Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, тетя Надя. И хочу показать вам сегодня вот такой вот заказ, который я делала на Алиэкспресс 14 января, и пришел он 31 января. То есть это, наверное, за всю мою историю заказов самая быстрая доставка. Это просто супер. Видео переснимаю второй раз, поэтому все распакованное уже и по-другому переложенное. Очень жаль, не получилось у меня 7 видео первое, которое снимала. Вот, и поэтому покажу сразу скотчи. Я отрезала их обложки, то есть вот такие вот 4 скотча у меня, которые я заказала в этот раз. Очень долго я выбирала, не знала, какие именно хочу, потому что хотелось вообще все, но один скотч стоит 50 рублей, вот, и... Заказывала я с мобильной версии, а значит, они обошлись мне где-то, ну, рублей на 15-20 дешевле. Честно, уже не помню. Вот, из компьютера показываю, что они стоят по 50 рублей. Вот, ссылки я обязательно оставлю внизу. Сейчас на задней стороне обложки я покажу вам эти скотчи в развернутом виде. Все по 7 метров. И... Вот, вот так вот видно. Один скотч. Очень красивый, невероятная красота. Потом идет такой скотч с птичками. Все скотчи бумажные. Не помню, говорила или нет. Поэтому они и стоят, соответственно. И то, что здесь намотки много, это тоже играет свою роль. Вот еще один с птичками. Надеюсь, видно. Затем идет скотч с такими вот, даже не знаю, как сказать, с цветами, листиками. Тоже очень красивый. Невероятно. И идет вот такой вот осенний с разными желудями, шишками, листочками. Вот, он тоже очень красивый. Ну, вот так вот выглядят они. Здесь в увеличенном таком варианте показан их дизайн. Больше всего мне нравится, конечно, вот этот. Потому что я очень люблю всякие листики, вот такие вот былинки. С птичками тоже ничего интересного. Будет очень интересно украшать им письма и разные межстрочные интервалы. Вот. И с этой стороны показаны вот этот скотч, который с розочками вот этими идет. Очень красивый тоже, очень нежный. Далее идут вот такие коробочки с наклейками, как всегда. Идет визитка, которую вкладывает просто каждый продавец. И иногда ощущение, как будто это один и тот же продавец на весь Алиэкспресс. И как-то вот так вот происходит, что они вкладывают одни и те же карточки. Я не знаю почему. Вот, здесь та же самая надпись, тот же самый QR-код, и поэтому эти карточки уже можно солить. Их слишком много у меня. Итак, когда я снимала первый обзор на вот эти вот коробочки, я говорила, что думала, будто бы эти наклейки идут с вот этими печатями, но на самом деле это не так. Эти наклейки, у нас здесь их 40 штук. Так же, как и здесь, тоже 40 штук. Только тут повторяется по 3 штуки каждая наклейка. Поэтому можно их не экономить, а рассылать по письмам своим друзьям. А вот здесь вот у нас идут разные-разные марки, разные страны. И также некоторые виды штампов, но не прям вот как будто они составленные, а как рисунок.
что вот такие вот акварельные наклеечки. Очень милые, очень красивые. Я насчитала где-то 15 видов каждого. Могу ошибаться. Но этого вполне достаточно. И хватит на долгое время для того, чтобы отсылать в письмах. На дни рождения, например, приклеивать на какие-нибудь подарочные упаковки. А затем вообще, не знаю, на открытки можно клеить. В дневники, в разные планеры, куда угодно, да. Вот, и теперь приступим сразу вот к этому. То, что я очень сильно хотела, это декоративные марки. Здесь их довольно много, здесь у нас 4 листа. И они безумно красивые. Сейчас я постараюсь показывать по одной. Вот так вот выглядит первый листок. Стоили они 55 рублей. И здесь все разные марки, они не повторяются. Я очень люблю вот такой стиль марк, когда есть разные надписи. И можно, например, действительно сделать на блокнот, который в путешествиях, туда наклеить. Здесь про Минир разные, тоже Traveler's Book. Затем у нас идет следующий листок, вот такой вот, с кораблем. Судно такое, здесь самолет, почтовый ящик, да, и трамвай. Тоже идет все про Traveler's Notebook, то есть для блокнота про путешествия ваши. Очень красиво здесь сделан верблюд. Тут как будто бы старые-старые фотографии, типа 60-х, 70-х. Здесь вот пирамиды, затем поезд, есть палатки. И последний лист очень тоже классный. Здесь опять же идет какой-то корабль, как мне кажется. Здесь не написано. Затем дома идут, потом дорога и самолет. Очень красивый самолет. Так что вот такие вот дела. На обороте показаны все вот эти штампы, наклейки. 18 наклеек всего и 4 листа. Они идут на очень качественной бумаге, на очень хорошем клею. И я думаю, что если вы их приклеите, то можно не бояться, что они отклеятся. Потому что они действительно очень-очень качественные. Вот, да. Тут хороший, очень хороший клей. Я думаю, что ваши друзья по переписке будут очень рады таким маркам, которые будут красоваться на конверте, который вы будете делать для них. Вот, так что такие вот покупки. Надеюсь, вам что-то понравилось. Вы что-то себе тоже присмотрели. Мне нравится все в этом заказе. Просто вот от тех наклеек, которые должны были быть в виде штампов, я ожидала большего, конечно. Думала, что там действительно будут так же, как на обложке, представлены наклейки в виде таких вот старых штампов почтовых. Но не судьба. Ладно, буду искать дальше. И обязательно вам показывать то, что я нашла на просторах AliExpress. Вот, скоро придет еще очень много посылок. И надеюсь, мы с вами их вместе откроем, посмотрим и убедимся, что там все хорошо. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.